Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Hardreset Info, и сегодня я вам покажу, как включить режим одной руки на Redmi Note 10 Pro. Заходим в настройки, расширенные настройки и управление одной рукой. И здесь мы ставим флажочек и можем выбирать, сколько дюймов будет наш экран. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!